уничтожали страну. Не вот, было коррупции в Советском Союзе. Вот вы знаете, вы все время... Наверное, вы о другом Советском Союзе говорите. Да. Я говорю о своей знаю. Семье. Для не меня было. Советский Союз в первую очередь. Это моя семья. И вот это у меня показатель действительно счастливой страны, когда в ней улыбаются и смеются дети. Спасибо. Дякую, але Ілля. Союз здох, його немає і не буде. Да, зараз відреагуєте. Якщо красивий покойник, Сергій. Це не значить, що ми з ним можемо жити.